Итак, после того, как мы выставили нужные параметры для воздействия, переходим непосредственно к этому воздействию. Рукоятка прибора представляет собой эргономичную вот такую насадку. Есть несколько кнопок, они вот показаны красным. И в зависимости от того, какой рукой удобно держать, можно нажимать на каждую из этих кнопок. У этой насадки есть яркая такая освещенная площадка. Собственно говоря, через эту площадку и происходит воздействие светом. Главной особенностью этого прибора является то, что этот свет, он энергетически одинаков в момент каждого импульса. То есть его профиль, сейчас я покажу еще раз, это строго такой P-образный профиль импульса. И вот в момент этого плата энергия остается одной и той же. В аналогичных моделях идет сначала некое накопление выдачи этой энергии, а затем эта энергия идет на спад. В этом приборе этот, повторяю, импульс, он строго P-образный. И вот само воздействие представляет собой некий контакт, не плотный, просто как бы легкое прикосновение через гель, и затем идет непосредственно воздействие вспышкой света. Сейчас мы вам это все покажем. Воздействие идет от уха до уха. Это безболезненно, ну, просто некий, может быть, дискомфорт от того, что есть гель, но не более того. Датчик легко смещается. Напомним, что врач должен быть обязательно в светофильтрах, то есть в специальных очках, которые защищают его глаза. Но глаза пациента мы, как мы помним, прикрываем окулярами. Ну вот, собственно, воздействие закончилось. Как вы себя чувствуете? Отлично. Вот никакого дискомфорта. Обыкновенная, в общем-то, стандартная, похожая на любую физиотерапевтическую процедуру, такая вот манипуляция. Некоторые детали по этому прибору мы обязательно озвучим вам дополнительно. Спасибо.